Всем привет, друзья! Неожиданно выпавший снег каждый раз угрожает парализовать движение в наших городах, а у наших северных соседей он как по волшебству исчезает с дорог уже через час. Чем же они его убирают и почему так быстро? Об этом в сегодняшнем выпуске. А пока подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Вот он, скандинавский снегоуборщик в действии. Стоит появиться снежному заряду, и по всей округе сразу же появляется огромное число мощных грузовиков с отвалами, 20 минут их работы, и трассы даже второстепенные очищены. Вид на трассовый уборщик сверху. Понятно, что оба отвала сразу позволяют за один проход убрать сразу две полосы, а ведь они обычно идут караванами. Угол работы отвалов управляется гидравлическими приводами. Надо очистить узкую местную дорожку, боковой отвал с опорным колесом прижимается к борту и работает только передний. Редкий снегоуборщик Сису как раз для уборки местных трасс. Во-первых, он государственный, точнее принадлежащий местной общине. Во-вторых, двухосный, что редкость для Финляндии. Подавляющее большинство подобных машин – обычные частные самосвалы. Хозяин заключает договор на уборку частной территории с муниципалитетом. В случае необходимости его вызывает смс-кой, он цепляет отвал и оперативно убирает свой участок. В остальное время машина занята обычной работой. Опознать, что грузовик рассчитан на уборку снега, легко. У него есть опорная плита на бампере, дополнительные фары и, конечно, гидровыводы. Снегоуборщиками работают не только самосвалы. У этого сортиментовоза помимо переднего плуга есть специальный подъемный скребок для удаления льда за передней осью. Ядовитые химрастворы наши соседи почти не используют. В основном дороги посыпают гранитной крошкой. У нее есть важный плюс – она многоразовая. Весной ее собирают, просеивают и хранят до зимы. Для посыпки существуют разные приспособы, в том числе и быстро монтируемые, как у этого самосвала-контрактника. Новинка от шведского Эксера – передний пескоразбрасыватель. Управляется по радиосигналу из кабины. Создатели считают, что контролировать процесс проще визуально. Норвежские снегоуборщики внешне отличаются от соседних. И сами машины короче, и отвалы уже повыше. Кстати, их производители, как правило, тоже местные. В Норвегии это Телефсдал, в Швеции – Малерс, а в Финляндии Arctic Machine. Норвежские горные дороги узкие и извилистые, на них типовому финско-шведскому уборщику было бы невозможно маневрировать, а с широким плугом разъезжаться со встречной, а на таком вполне удобно. Интересно, когда мы придем к этому простому решению – привлекать к уборке дорог сторонних контракторов. А на сегодня все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить будущее видео. Комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!